день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Сегодня мы рассмотрим, как в программе 1С зарплаты и управления персоналом оформляются выплаты бывшим сотрудникам. В некоторых случаях, когда сотрудник больше не работает в организации, работодатель может выплачивать ему материальную помощь, возмещать стоимость медикаментов или что-то еще. Рассмотрим, как осуществить такую выплату в программе. Первое, что необходимо сделать, это перейти в раздел «Настройки», в расчете зарплаты поставить галочку напротив «Выплачиваются доходы бывшим сотрудникам предприятия». После установки этой галочки становится доступным создание документа «Выплаты бывшим сотрудникам». Находится это в разделе «Программ», в разделе «Выплаты», «Выплаты бывшим сотрудникам». Итак, рассмотрим пример. Организация «Удачная покупка» решила возместить стоимость медикаментов на лечение своему бывшему сотруднику. Сумма возмещения составит 10 тысяч рублей. Создаем документ, указываем месяц, дату документа, дату выплаты дохода. Вид выплаты. В программе имеется три варианта видов выплаты. Возмещение бывшим сотрудникам-пенсионерам, а также инвалидам стоимости медикаментов, материальная помощь бывшим сотрудникам и сохраняемый средний заработок на время трудоустройства. Также мы можем создать свой вид выплаты, который предусмотрен локальными нормативными актами предприятия. И указать соответствующий код дохода НДФЛ, вид дохода страховых взносов и так далее. Выбираем вид выплаты бывшим сотрудникам-пенсионерам, а также инвалидам стоимости медикаментов. Автоматически проставляются поля код НДФЛ, вычет и страховые взносы. Они подтягиваются, опять же, из вида выплаты. Вот здесь мы видим код дохода НДФЛ. Его можно выбирать из списка, в котором указаны все виды доходов НДФЛ. И тут же выбирается вычет к доходу. По умолчанию это 504. И указано здесь, что годовой вычет ограничивается суммой 4000 рублей. И вид дохода страховые взносы тоже есть список видов доходов, из которого можно выбрать, если создается свой вид дохода. Выбираем сотрудника. Чтобы в списке были видны все сотрудники, необходимо установить галочку «Выбирать из полного списка сотрудников». Указываем сумму, которую мы будем выплачивать. Автоматически указывается сумма вычет по НДФЛ. Так как сотруднику в текущем периоде не было подобных выплат, то сумма полностью 4000. Если подобные выплаты уже были и вычет НДФЛ предоставлялся, то указывается сумма за минусом тех вычетов НДФЛ, которые предоставлялись ранее в текущем периоде. Указывается НДФЛ 780 рублей и сумма к выплате 10 тысяч минус 780 получается 9220. Далее указывается способ отражения в бухгалтерском учете. Можно занести свой способ отражения. У нас он уже занесен. Никаких дополнительных параметров заполнять не обязательно. Можно группу, конечно, заполнить. В данном случае она нам не требуется. Указываем подразделение при необходимости. Записываем и проводим документ. После проведения документа мы можем распечатать справку о выплате бывшим сотрудникам. Вот так она выглядит. В принципе, все параметры, которые мы указали в самом документе, видны в этой справке. В программе имеется также отчет. Находится он также в разделе «Выплаты». Отчеты по выплатам, незарплатные доходы. И здесь мы можем за
определенный период сформировать отчет и увидеть все незарплатные доходы, которые были выплачены бывшим сотрудникам. По зарегистрированным в документе выплаты бывшим сотрудникам суммам не образуется задолженность организации перед бывшими сотрудниками. То есть они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по заработной плате. Концепция системы 1С зарплаты управления персоналом такова, что все денежные расчеты со сторонними лицами, в том числе и с бывшими сотрудниками, производятся в бухгалтерской программе. Регистрация выплат документов выплаты бывшим сотрудникам в программе 1С зарплаты и управления персоналом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ или страховых взносов и отражения их в соответствующей отчетности. Суммы документов выплаты бывшим сотрудникам учитываются при формировании данных для отражения зарплаты в бухгалтерском учете. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Открываем раздел «Зарплата», «Отражение зарплаты в бухучете». Создаем за месяц, в котором мы отразили выплату бывшим сотрудникам. Подразделение указывать не обязательно. Нажимаем кнопку «Заполнить» и видим, что у нас сюда стал сотрудник, по которому мы отразили выплату бывшим сотрудникам. Здесь указана сумма. На закладке «Начисленный НДФЛ» указана сумма НДФЛ, которая была рассчитана по этой выплате. Проводим и закрываем документ, и при синхронизации с бухгалтерской базой эта выплата перенесется. И в бухгалтерской базе по данной выплате сформируются проводки. Дебет 9102, кредит 7609 на сумму 10 тысяч и дебет 7609, кредит 6802 на сумму 780 рублей по НДФЛ. Также в бухгалтерской программе нужно будет отразить выплату бывшему сотруднику посредством документа списания с расчетного счета либо расходным кассовым ордером. И по ним сформируются проводки дебет 7609, кредит 51, либо 50, в зависимости от того, безналичная или наличная была выплата. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго.